Шеф-повар Максим Григорьев. Лечь под хлебной корочкой. Любителям рыбки этот рецептик придется по вкусу. Предлагаю приготовить леща под хлебной корочкой. Нежная, запеченная рыбка, в сочетании с пряной корочкой, порадует всех ваших домашних и даже гостей, которые заглянули к вам на обед. Время приготовления – 1 час 30 минут. Ингредиенты, основные ингредиенты. Лещ 700 грамм. Перец черный молотый 4 щепотки. Соль 4 щепотки. Ингредиенты, хлебная корочка. Лещ 700 грамм. Перец черный молотый 4 щепотки. Соль 4 щепотки. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Петрушка свежая 25 грамм. Хлеб белый 130 грамм. Чеснок 40 г. Шаг 1. Для приготовления возьмите следующие продукты: леща свежего, хлеб белый, соль, перец черный молотый, чеснок, петрушку свежую, масло подсолнечное. Шаг 2. Очистите рыбу от чешуи, обрежьте плавники, очистите от внутренностей. Промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем. Шаг 3. Сделайте надрезы по всему туловищу. Приправьте солью и молотым перцем со всех сторон и внутри. Оставьте на 20-30 минут. Шаг 4. Белый хлеб измельчите до мелкой крошки, можно даже с корочками. Шаг 5. Промойте и обсушите петрушку, очистите чеснок. В блендере измельчите чеснок, петрушку, подсолнечное масло до состояния кашицы. Перемешайте пряную смесь с хлебной крошкой. Шаг 6. Рыбу уложите на противень. Хорошо намажьте хлебной смесью. Можно уложить смесь вовнутрь. Отправьте в горячую духовку 180 для запекания. В моей духовке лещ готовился 1,5 часа. Шаг 7. Лещ под хлебной корочкой готов. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.